Сегодня перед нами будет выступать председательствующий президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович. При этом мы вынуждены воспринимать его выступление в контексте распространенного 14 мая среди членов Совета письма сербского члена президиума БИК Жерки Цвиянович, в котором сообщается, что выступление господина Бечировича даже не обсуждалось на уровне президиума и не отражает мнение всех государствообразующих народов страны. Приходится с сожалением констатировать, что это не какой-то досадный инцидент, а последовательная линия части боснийских элит, действующих по наущению и при покровительстве западных стран, нацеленная на подрыв роли президиума Боснии и Герцеговины как высшего выразителя консенсусной позиции многонационального боснийско-герцеговинского общества по ключевым для государства вопросам. Сформирована параллельная, внеконституционная, неправовая и антидемократическая схема принятия и реализации решений от имени Боснии и Герцеговины представителями лишь одного из энтитетов. Напомним, что базирующаяся на роли и процедурах президиума БИК система баланса интересов трех государствообразующих народов и распределения полномочий между различными уровнями управления является сердцем общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, утвержденного резолюцией Совета Безопасности ООН 1031 1995 году. Именно Дейтонское соглашение положило конец кровопролитному межнациональному конфликту и остается основополагающим документом для поддержания мира и стабильности в регионе. Народам БИК, вопреки Дейтону, пытаются навязать западные установки по централизации и унитаризации государства по лукавой формуле так называемого гражданского общества. При этом игнорирование интересов проживающих в стране сербов, самостоятельность которых мешает достижению западных интересов, заключается не только в обходе полномочий президиума БИК. Законно избранные представители сербов Боснии и Герцеговины и члены их семей подвергаются незаконным санкциям. В ход идут угрозы и шантаж, политически мотивированные уголовные преследования. Из политических соображений закрываются гуманитарные проекты. Оказывается давление на финансовую систему с тем, чтобы создать трудности социально-экономического характера, спровоцировать кризис и выдать это за общественное недовольство. Республика Сербская, сербское население БИК выставляются изгоями в собственной стране. Им приписывают сепаратистские устремления. Навешивают различного рода ярлыки вплоть до геноцидного народа. Все так хорошо известные в ООН принципы демократии и инклюзивности политических процессов полностью отбрасываются, когда речь идет о Боснии и Герцеговине. Никого не должны вводить в заблуждение сербофобские измышления западных так называемых специалистов. Баня Лука неоднократно и на самом высоком уровне подтверждала свою принципиальную позицию в защиту Дейтонской Боснии и Герцеговины, в пользу конституционного распределения полномочий, равноправия трех народов и двух энтитетов. Предлагаем членам Совета внимательно ознакомиться с докладом правительства Республики Сербской о развитии ситуации в БИК. Он содержит объективное изложение положения дел. Господин председатель, наблюдаем последовательные усилия ряда западных стран по уничтожению всех достижений постконфликтных лет, созданию атмосферы взаимного недоверия между народами Боснии и Герцеговины, углублению межэтнических противоречий. Налицо стремление превратить страну в колониальное образование, которым так легко манипулировать из Вашингтона, Лондона, Берлина и Брюсселя. Убеждены, что важным инструментом этой колониальной политики является господин Шмидт. У этого гражданина Германии нет никаких прав выступать в Совете. Он не пользуется поддержкой всех государствообразующих народов, не прошел процедуру консенсусного одобрения в руководящем комитете Совета по выполнению мирного соглашения, и, главное, не имеет мандата Совета Безопасности ООН. Более того, его незаконные действия наносят непоправимый вред межнациональным отношениям в БИК, опасны для ситуации в регионе. Его участие в заседании Совета Безопасности дискредитирует этот орган. При помощи своих так называемых докладов, которые в реальности представляют собой сильно оторванное от реальности субъективное мнение, он вводит в заблуждение все международное сообщество.
уверены в том, что задачей стабилизации обстановки в МИГ отвечала бы скорейшая, без дополнительных условий, закрытие аппарата так называемого высокого представителя как механизма внешнего управления суверенным европейским государством, месту которого в современном мире нет и быть не может. Хотели бы также выразить разочарование 57-м докладом операции Евросил-Алтея о положении дел Боснии и Герцеговине, который, вопреки ее мандату, включает весьма предвзятую и несоответствующую действительности политическую часть. Как мы не раз говорили, контрпродуктивное расширение операции на земле. Господин председатель, сегодня мы становимся очевидцами еще одного грубейшего нарушения Дейтона, за которым стоит Германия и которое стало предметом обсуждения в Совете 30 апреля. Речь идет о выдвинутом, опять-таки, в обход президиума БИК проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о Международном дне памяти трагических событий в Сребренице в июле 1995 года. Внесение указанного документа без согласования со всеми энтитетами прямо противоречит Конституции БИК, что, соответственно, является и существенным нарушением Дейтона и резолюции Совета Безопасности. То, что этот проект лишен консенсусной поддержки президиума страны, подтвердило в ходе заседания Совета Безопасности 30 апреля сербский член этого высшего руководящего органа страны госпожа Цвиянович. Этот проект уже повлек ухудшение ситуации на земле, против него люди протестуют на улицах, а тем временем Германия и ее коспонсоры заявляют о том, что заботятся о примирении. Неудивительно, что проект не только не призывает к полному выполнению буквы Дейтонского мирного соглашения, но даже не упоминает его. Видим в этом провокационном тексте угрозу миру и безопасности в стране и регионе в целом. Отдельно возникает вопрос, почему именно Германия стоит за этим проектом? Поборником прав жертв геноцида в Сребренице выступает страна, которая в 20 веке дважды разжигала мировые войны, устроив не просто геноцид, унесший жизни десятков миллионов человек, а настоящий ад на земле, в том числе на территории бывшей Югославии, не говоря уже об участии в бомбардировках Югославии и Сараева. Какие цели преследует Берлин? Видимо, ему недостаточно одного инструмента для разжигания раздора в БИК господина Шмидта. Важно и разбередить старые раны гражданской войны и поощрить действия части боснийских элит в нарушение Дейтона. На этом фоне вполне логично и оттого еще более аморально выглядят попытки членов НАТО вымороть из страниц истории позорные свидетельства своих бомбардировок бывшей Югославии 1995 и 1999 годов, переложив всю вину на сербов. Наши западные коллеги отказываются обсуждать в Совете Безопасности свои совершенные 25 лет назад преступления, поскольку они, дескать, являются лишь страницей в истории. На этом фоне грозящая эскалация инициативы по Сребренице, также касающейся исторических событий, всячески превозносится западными странами. Господин председатель, мы выступаем категорически против грубого вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенной Боснии и Герцеговины. Поведение западного сообщества, злоупотребляющего в этих целях, в том числе своими дипломатическими присутствиями в Сараево, а также многосторонними структурами вроде ОБСЕ и Совета Европы, для навязывания собственной эгоистической повестки народам БИК откровенно неприемлемо и противоречит уставу ООН. Отправной и конечной точкой может быть только Дейтонское мирное соглашение, его принципы суверенитета БИК, равноправие трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, которые воплощены в роли и полномочиях президиума БИК. Только на основе этой консенсусной системы, положившей конец кровопролитной гражданской войне, силами народов БИК, самими народами БИК самостоятельно могут приниматься решения относительно будущего своей полиэтнической страны. У нас перед глазами множество примеров грубого и безответственного разрушения международных соглашений и договоренностей, кризис уважения к ним и резолюциям Совета Безопасности. Ни к чему другому, кроме как к возобновлению конфликтов, это не приводит. Предлагаем членам Совета со всей ответственностью подойти к оценке ситуации в БИК и предотвратить негативное развитие событий там. Благодарю вас.